بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы приветствуем вас на телеканале Хади ТВ 3 на передаче философия восстания имама Хусейна мы с вами говорили о причинах восстания имама да будет мир ему и мы перечислили около 6 причин почему восстал наш имам алейхиссалам и Нам в этом помогал наш эксперт, Худжатул Ислам валь Муслими Шейх Курбан, которого я хотел вам представить. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Мы с вами говорили о причинах. Также на прошедших передачах, на последних передачах мы с вами обсуждали искаженное понимание некоторых причин, скажем так. И одним из этих искаженных пониманий заключалось в том, что некоторые утверждали, что имам Хусейн, да будет мир ему, восставая, хотел добиться халифата, то есть хотел стать, скажем так, халифом. Но мы очень подробно и ясно рассмотрели данный вопрос. Но у вас, вы хотели продолжить, я вас перебил, и хотел бы, чтобы вы продолжили все-таки эту тему и до конца разъяснили ее. Прошу вас. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих зрителей. Мы говорили о том, что одним из искаженных представлений и одним из неверных представлений о причинах восстания имам Хусейна, алейхиссалату вассалам, является то, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, восстал ради достижения власти. То есть это была исключительно мирская, меркантильная цель. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не стремился к каким-то... То есть его целью восстания не было нечто возвышенное, духовное, нечто очень ценное. Нет, он стремился к чему-то личному, собственному. Стремился к тому, чтобы достичь власти. Делал это только ради себя, ради своей семьи, возможно. Ради себя он делал это. Стремление к власти, любовь к власти двигало им. Вот это представление, как мы уже говорили, которое является враждой и является войной против не просто против личности имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, а против той школы, которую представляет имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, против того учения и против тех целей, ради которых имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, пожертвовал собой и своими родными и близкими. Это вражда, это попытка лишить эту революцию эффективности, лишить эту революцию продолжения. Попытка остановить последователей имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, продолжить это дело, продолжить дело имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Так как его светлость заложил очень колоссальное и важное в человеческой истории движение. Очень важную школу в человеческой истории. И его последователи, конечно же, обязаны. И последующие после имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, имамы обучали своих последователей придерживаться этой школы, продолжать эту школу. И тем элементом, который был притягателем масс к этой школе, это были ежегодные собрания, траурные собрания и оплакивание, и траур по имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам. Но все это делалось для того, чтобы продолжить это дело, не дать остановиться этому делу, чтобы люди, последователи его светлости, впитали себе эту школу. И искажение причин восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, это попытка лишить вот этого воздействия и этого эффекта. Попытка остановить продолжение этого
этой школой, этого движения, которое было начато и ради которой имам Хусейн алейхиссалям пожертвовал своей жизнью. Но, как мы уже говорили, все в этом движении, все в этой революции говорит об обратном. Практически нету ни одного серьезного какого-то фактора в этой революции, в этом движении, который бы говорил об обратном, говорил бы о том, что имам Хусейн алейхиссалям на самом деле стремится к власти. Ничего об этом вообще, ничто вообще не указывает на это. Наоборот, все указывает на обратное, на то, что имам Хусейн алейхиссалям преследовал другие цели, как он сам говорил, «Ислаху уммати джадди» – «Исправление уммы моего деда» или «Ан амира биль маруфа, анха аниль мункар» – «Я хочу приказывать одобряемое и запретить порицаемое». То есть я хочу поднять войну, поднять борьбу, бороться за ценности и бороться против антиценностей. Имам Хусейн алейхиссалям говорит о том, что я не присягну, такой как я, не только я, но и такой как я никогда не присягнет. Езид ибн Муавия. Что это значит? Это очень важное высказывание, то есть важная форма высказывания. Имам Хусейн алейхиссалям не говорит «Анна ла убайу Язид». Он говорит, то есть он не говорит «Я никогда не присягну Язиду». Он говорит «Мисли ла убайу мисля Язид». Это ответ имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, на тем людям, которые считают, что если бы на месте имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, был бы, например, имам Хасан, алейхиссалату вассалам, то он заключил бы с Езидом мирный договор, пошел бы на компромисс и так далее, как он это сделал с Муавией. Ничего подобного. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, говорит, подобный мне, такой как я, никогда не присягнет. Это были причины восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, просвещал умму, хотел исправить общину своего деда. И теми фактами, помимо речей самого имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, многие факты, многие события, которые происходили, ясно говорят о том, что на самом деле стремления к власти не было, хотя бы потому, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, прекрасно понимал, так же, как и понимали люди, окружающие его, его близкие, родные, просто знакомые, приходили к нему, множество людей, даже когда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, находился в пути из Мекки в Куфу, просто обычные люди. Понимаете, насколько был ясен вопрос на тот момент? Да, Мухаммад ибн Ханафия является довольно-таки дальновидным, умным человеком. И когда он говорит имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам, что ты погибнешь на этом пути, мы можем сказать, что да, вопрос был сложный, просто Мухаммад ибн Ханафия довольно-таки сообразительный человек, умный человек, и поэтому он это предвидел. И когда Абдулла ибн Аббас предупреждает имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, что он пойдет мучеником, мы тоже самое здесь можем сказать, потому что Абдулла ибн Аббас также является довольно-таки умным, дальновидным человеком. Абдулла ибн Зубейр – это довольно-таки это элита арабского общества. Он также предупреждает, что его предадут, что он останется без помощников и может умереть. Но когда просто обычные люди, ни элита, ни политики, ни мыслители, ни толкователи Корана, как Абдулла ибн Аббас, а просто обычные люди по пути из Мекки в Куфу приходят и к имаму Хусейну, алейхиссалату вассалям, и говорят, что зачем ты вышел из Мекки, ведь тебя убьют. Это говорит о том, что вопрос был ясен. Не нужно было быть гением, не нужно было быть очень умным человеком, чтобы понять, насколько опасен этот путь, чтобы понять, чем рискует имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и в конце концов, с чем он столкнется. И это все было наряду с тем, что все прекрасно знали, что куфийцы сделали с имамом Хасаном и с его отцом Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам. И их обещание имаму Хусейну поддержать его не могло обольстить даже простого человека, с которым встретился имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, по пути из Мекки в Куфу, не говоря уже о самом имаме Хусейне, алейхиссалату вассалам.
Ведь куфийцы очень жестоко предали, не только имама Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, но и старшего брата имама Хусейна, имама Хасана, алейхиссалам. Это было очень жестокое предательство. Я в подробности вдаваться не буду, но это всем прекрасно известно было на тот момент. И все, даже самые простые люди, не политики, люди просто обычные крестьяне и так далее, могли проанализировать ситуацию и понять, что поддержки имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, не ждет. Серьезной поддержки его не ждет. Он столкнется с врагами, в битве с которыми просто погибнет. И погибнут его родные, сподвижники, которых не так уж и много. Поэтому на тот момент этот вопрос был довольно-таки ясен. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не мог обольститься властью и не мог поставить перед собой такую цель, потому что даже самые простые люди понимали, чем это закончится. Это очевидно. Когда ты, допустим, у человека, просишь долг, он говорит, что нету. Второй раз, третий раз, четвертый раз, ты уже понимаешь, что от него, даже если у него будет, он все равно тебе не даст. Здесь та же ситуация. Один раз дали слово, помогут, не помогли. Второй раз дали слово, не помогут, не помогли. В третий раз понятно, что так же. Но дело в том, что они не просто не помогали, они каждый раз поднимали мечи. Ну да. Они каждый раз сражались с Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам, объявили его неверным, подняли против него мечи, хариджиты, они были куфийцы, прошу прощения. И то же самое с имамом Хасаном. Было покушение на имама Хасана, алейхиссалату вассалам. И кто отравил имама Хасана, алейхиссалату вассалам? Тоже ведь это было... Здесь долго думать не надо, поэтому и обычные люди-то так же... Да, и поэтому все прекрасно понимали, что чем это закончится. Угу. И поэтому эти люди, которые говорят, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, восстал ради власти, или сами идиоты последние, или просто думают, что те люди, которые их слушают, к которым они обращаются, являются идиотами. То есть они просто других считают, или сами идиоты, или других считают идиотами. Потому что вопрос был ясен. Имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, говорил сам о том, что будет убит. «Валлахи ана а'ламу анни мактулун мазбухан». Я прекрасно знаю, что я буду убит, заколот. «Зульман ва удванан». И еще более того, знаю, что это будет жестоко. Они жестоко убьют меня. Это все прекрасно было известно. И наряду с этим речи самого имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, который неоднократно говорил о своих целях, который неоднократно говорил, к чему стремится и почему он поднял это восстание. Шейх Курбан, я прошу прощения, мы можете прерваться на перерыв, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшого перерыва мы продолжим наше обсуждение. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания имама и также другие темы относительно данного вопроса. И хочу представить снова вам нашего эксперта, Худжатул Ислам Валимсон, Шейх Курбан. Шейх Курбан, я снова приветствую вас. Шейх Курбан, хотел бы, чтобы вы продолжили тему, которую обсуждали. Еще здесь есть один очень важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что на протяжении всего восстания имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, на протяжении всей его революции, Бог как бы демонстрирует нам альтернативный вариант развития событий. То есть Бог показывает,
как можно было бы поступить, если не быть имамом Хусейна, алейхиссалату вассалам. То есть есть некий контраст. Бог создает контрасты в данном случае. Есть имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, который поступает определенным образом, и наряду с этим образом поведения Бог демонстрирует альтернативный образ поведения. Это мы видим и в день Ашуры, когда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, ведет себя одним образом, а его враги ведут себя абсолютно другим образом. Понимаете, то есть имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, помогает своим врагам, делится им своей водой, несмотря на то, что они мешают ему двигаться, мешают ему отправиться в Куфу, достичь своих целей, препятствуют ему, останавливают его в пустыне. Он делится ими своей водой. А когда у него заканчивается воды, когда у имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, и его сподвижников вода заканчивается, враги не только не делятся им, с ним своей водой, но и запрещают ему и перекрывают путь к Евфрату, к воде. И это несмотря на то, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и численность его сподвижников была в десятки, хотя на самом деле там сотни раз было, ну скажем, десятки раз меньше, чем численность врагов. То есть это 70 человек, 70 с лишним человек, боеспособных мужчин, способных держать меч, и 30 тысяч воинов, оснащенных лошадьми, верблюдами, оружием, доспехами и так далее и тому подобное. То есть абсолютный контраст создан в данном случае. Уникальнейший контраст. И поведение тоже контрастирует в данном случае. И это, вот этот вот контраст наличествует на всем протяжении этой революции, этого движения имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, и заканчивая событиями Дамаска. Но то альтернативное поведение, на которое я хотел бы указать, это поведение Абдулла ибн Зубейра. Я об этом ранее говорил также. Так получилось, и что было две революции, когда Язид ибн Муавия объявил себя халифом. Возникло две революции. Одну из них возглавлял имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, вторую возглавлял Абдулла ибн Зубейр. Но как они действовали? Абсолютно разными образами. То есть, если бы не было Абдулла ибн Зубейра, мы, может, и не поняли бы, что на самом деле делал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Но при наличии этого контраста, альтернативного варианта развития событий, все прекрасно понятно. Они оба отправились в Мекку, в этом они были схожи, но отправились они по-разному. Абдулла ибн Зубейр бежал ночью, бежал обходными путями, а имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не бежал, отправился к правителю Медины, ясно дал ему понять, что он не присягнет Езиду, «Мисли ла юбаю, мисли Езид», то есть такие, как я, никогда не присягают Езиду. Дал ясно об этом понять, отправился к себе домой, подготовился. Днем, среди бела дня, вышел из Медины и основным путем отправился в сторону Мекки. И даже во время пути многие подходили к нему и уговаривали сойти с главной дороги и отправиться в Мекку обходными путями, как это сделал Абдулла ибн Зубейр. Но имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, говорил: «Ла валлахи, ла уфарикуху, хатта якды Аллаху ма хуа кадин». Я никогда не покину эту дорогу. Он говорил: «Я клянусь Богом, я не покину эту дорогу, основную дорогу, до тех пор, пока Всевышний не решит то, что он решит». Абдулла ибн Зубейр, он сам отправился в Мекку, да, как я понимаю? Да, они оба отправились в Мекку, но по-разному этот контраст в данном случае присутствует. Что же произошло в Мекке, опять-таки? Здесь все контрастирует. В Мекке Абдулла ибн Зубейр, пока в Мекке находился имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, сидел тихо, он ничего не делал. Ну, по крайней мере, внешне ничего активного не делал. Потому что авторитета у него такого не было, как у имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Ну, понятное дело,
в глазах мусульман внук пророка – это одно, а сын сподвижника его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это совсем другое. Поэтому имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, да и личные качества были абсолютно разные. То есть знания, мудрость, дальновидность и многие другие качества у них были совсем разные. И невозможно сравнивать Абдулла ибн Зубейра с имамом Хусейном, алейхиссалату вассалам, с точки зрения личных качеств. И поэтому он как бы понимал, что все, что он будет делать, это будет ему во вред. Поэтому пока имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, находился в Мекке, он ничего не делал. И мечтал о том, когда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, покинет Мекку. И поэтому, когда он разговаривает с имамом Хусейн, алейхиссалату вассалам, с одной стороны, хочет показаться заботливым человеком и говорит, что вот, плохо кончится это. А с другой стороны, говорит, что если бы у меня были такие последователи в Куфе, как у тебя, то я непременно отправился бы в Куфу. То есть, с одной стороны, пытается. Но это, на самом деле, очень такой недальновидный поступок, потому что он же не мог рассчитывать на то, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, отправится в Куфу только потому, что он там что-то, на что-то намекнул. Но что происходит? Я хочу указать на историю. История заключается в следующем. Абдулла ибн Зубейр стал халифом, достиг власти. Почему? Потому что остался в Мекке. Остался в Мекке, и когда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, вышел из Мекки, он стал призывать. Призывать людей присягнуть ему, в общем-то, вел работу в этом направлении и в конце концов получил присягу людей, и они присягнули ему и провозгласил себя халифом и правителем всех мусульман. Теперь вопрос, неужели эти люди, которые считают, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, поднял это восстание, сделал это ради власти. Неужели люди, которые так считают, думают, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не обладал тем политическим талантом и той дальновидностью, и той сообразительностью, которой обладал Абдулла ибн Зубейр? Абсолютно не так. Это абсолютно не так. Абдулла ибн Зубейр по своим личным качествам очень сильно уступает имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, безгранично ему уступает. И поэтому, если даже Абдулла ибн Зубейр понимал, как достичь власти, понимаете, о чем я говорю? Если даже этот человек понимал, как в данном случае воспользоваться своим авторитетом, своим положением, а его положение заключалось в том, что он был сыном Зубейра, одного из выдающихся сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он этим положением пользовался, этим авторитетом пользовался. Если он понимал, что, пользуясь этим положением, он может стать халифом, то неужели имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не мог догадаться и понять, что, оставшись в Мекке, потом призвав людей к присяге, и пользуясь тем, что он внук, не сын сподвижника, а внук самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сын его единственной дочери, вообще, единственный оставшийся его потомок. Неужели, то есть внук единственный имеется в виду, неужели Абдулла ибн Зубейр мог это сделать, а имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не мог всем этим воспользоваться и таким образом достичь власти? Тогда призыв куфийцев? Ну, мы предполагаем и рассуждаем о том, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, хотел достичь власти. Он хотел достичь власти. Неужели Абдулла ибн Зубейр, Абдулла ибн Аббас, Мухаммад ибн Ханафия понимали, что куфийцы предадут, а он не понимал. Они понимали, что Абдулла ибн Зубейр понимал, что, оставшись в Мекке, можно достичь власти и стать халифом, а имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, не понимал. Это вы говорите в том случае, если бы имам Хусейн хотел бы достичь власти. Если хотел бы достичь власти, речь об этом идет. Да. Поэтому это, если эту точку зрения исповедуют сторонники имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, то это халатность, преступная халатность, как мы говорили ранее. Но это редко можно встретить, конечно, среди сторонников имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Чаще всего эту точку зрения навязывают другие люди, противники учения имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, противники учения семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
И делать это, как я уже говорил, в определенных целях, в попытке остановить ту революцию, которую начал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и сделать эту революцию бесплодной. Не дать плодам этой революции развиться, возникнуть и развиться, лишить эффективности и воздействия данной революции, данного движения, которое было начато имам Хусейном, алейхиссалату вассалам. Поэтому эта точка зрения, этот взгляд на восстание имам Хусейна, алейхиссалату вассалам, является абсолютно беспочвенным, и даже более того, все говорит об обратном, о том, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, преследовал более возвышенные цели, божественные цели, исправление общества. Он исповедовал ценности, общечеловеческие ценности, исламские ценности. Таким образом, он боролся за них, он поднял восстание, чтобы бороться за них и бороться против антиценностей, античеловеческих ценностей, антиисламских божественных ценностей, чтобы бороться с ними. Он хотел просветить человечество о том, что есть достоинство, что есть красота, что есть красивое, что есть уродство и уродливое. То, что представляет из себя имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, во всем, на протяжении всего этого движения. Я не говорю только о событиях Ашуры. Не стоит концентрировать внимание только на событиях Ашуры. События Ашуры – это апогей этой революции, апогей этого движения. Это движение началось в Медине, когда его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, призвали присягнуть Езиду. И с этого момента мы наблюдаем эту красоту. Красоту, которую воплощает в себе имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, и которую воплощают в себе сподвижники имама Хусейн, алейхиссалату вассалам. И с другой стороны, он также демонстрирует нам уродство, от которого мы должны бежать. Это уродство воплощает в себе в первую очередь Езид, Убейдулла ибн Зияд, который подготовил все это войско, и во главе которого назначил Умара ибн Саада, и который также представляет это уродство. И вообще все это 30-тысячное войско. И даже Абдулла ибн Зубейр, который, казалось бы, не был противником имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, и это движение не было поднято против Абдулла ибн Зубейра. Но Абдулла ибн Зубейр на протяжении этого движения, этой революции, и даже после этой революции контрастирует с имамом Хусейном, алейхиссалату вассалам. Здесь появляется контраст. И он также представляет себе это уродство, от которого нужно бежать. И даже тем, что он использовал Мекку, хотя бы тем, что он использовал Мекку как защиту, как щит, как доспех против Езида, от чего бежал имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Это все контрасты, контрасты уродства и красоты. Шейх Курбан, спасибо. И является величайшим уроком для нас. Спасибо, действительно, за такое разъяснение. Очень было интересно рассмотрение данного вопроса. Но, как всегда, наше время ограничено. Мы с вами вынуждены прощаться. Но я думаю, что на следующей передаче есть еще какие-то причины, которые иншаллах, также разберем. Неправильно понимаются людьми, которые мы с вами обязательно обсудим. Иншаллах. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но мы обязательно продолжим наше обсуждение на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.